have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, с фонариком в убежище очень тепло и уютно. Переложу его сразу в другую руку, чтобы, если вдруг мне придется что-то хватать, я куда-то свалился, я молодец. Так, а куда нам вообще? О, а вниз это то, где мы не были, кстати. И, кстати, и вон в этом кусочке мы не были. Но я чуть не уверен, что я туда хочу. Ладно, в прошлый раз мы торопились, в этот раз мы не торопимся относительно. А, но нам направо куда-то. О. Ладно, пойдем пока сюда. Может, потом там дальше будет какой-то... А, угу, понятно. Меня сожрали. Я даже этого не понял, а меня уже сожрали. Красиво. Поехали. И что? И как? А зачем? Минуточку. Я просто хочу убедиться, в этой стороне там можно пройти или нет. Потому что в прошлый раз я бежал, спотыкался, а сейчас, по крайней мере, я могу хотя бы чекнуть, если там что-то есть. Нет, для меня там ничего нет. Для меня тут есть Марокко, обратно выползти. Спасибо тебе огромное. Может, пока мы здесь сползаем, посмотрим еще. Там вода и проход дальше. Я вас понял. Ну, мне показывают, кстати, туда. Окей, окей, дружище, я тебя понял. То есть я думал, что нам теоретически все время направо, но раз не все... Так, положу копье, потому что мне надо схавать свои души. А почему... Почему мне нельзя увидеть то, что там, еще когда меня не съели? Есть такой варик, не? Ну вот, а... А другого способа я не вижу. Это очень подло с твоей стороны, игра, кстати, если что. То есть, пока я в воду не плюхнулся, оно меня не трогает. Оно трогает уже только, когда меня сожрали. Спасибо тебе огромное. А если здесь еще одно такое есть? Я взял копье. Хорошо. Ага, я тебя понял. Ты меня не видел, это наша встреча была ошибкой. До свидания. О, а тут еще раз мои души? А почему? Меня что, по-моему, один раз убили? Не, я сожру, мне не проблема. Так, и это будет куда-то... Не, стой, я кирпич хочу взять с собой. Лучше копье. Копье всегда хорошо работает. И я где? Охрененно, зачем? Куда мне показывай, дружище? Тут есть водоросли или нет? Вроде мне сюда, так? А почему я туда вверх не могу забраться? Ладно, забейте. О, ха-ха!
Стой, я же в него кинул. Я что, два копья сейчас просто так выкинул, да? Да я же в тебя два... Иди ты к черту! Игра, просто иди к черту! Мы знаем, что ты... Что... Ладно, хорошо, хорошо, хорошо. Поехали заново, спасибо. Я оценил. Ну, то есть, до этого схема работала. Да, криво, подло, но, по крайней мере, схема работала. Что сейчас-то случилось? Ой, копье дайте. Еще и копья, как назло, нигде нету, да, сейчас? То есть вот это вот было достаточно подлинненько со стороны игры. Она такая... вот это... Так, погоди, а мне туда вообще надо или нет? Очень какое-то странное место, ладно, дай сюда. Попробуем заодно, если не копьем, если какой-то фигней в него кинуть, оно сработает или нет. Так, это я кидаю детальку, да. А! Я забрал фонарик, просто уйди от меня. Короче, да, можно кинуть чему... Отпусти меня! Нет, короче, копье на дольше задерживает. От копья ему больно и всякое такое. Надо сразу в другую руку брать. От копья ему больно, и копье его задерживает на дольше. Если просто в него кидаться каким-то мусором, то это ничего не делает. Ну, оно делает, оно... Спасибо. Оно делает, оно отвлекает. И все, и ходу. Пока ему больно. Типа... Ой, спасибо. Камушки просто... А то, что я копье сюда метнул... О, вот оно. И мне интересно, а зачем ты уронил-то? Так, ладно. В другую сторону я не ходил. Тут что-то есть или нет? Да. Да-да-да-да-да-да-да, все, я тебя понял. Там что-то есть, и нам, в принципе... Блин. Вот я не пойму, вот эта вот тырдочка, которая там вниз. Но она... Она вроде как показана как проход, но там нету... Я не знаю. Давайте пока еще раз вверх попробуем. Как оно пойдет. Ну, водоросли там. Все, мы его подстрелили, можем проходить. И тут у нас есть еще одно копье. Хорошо, зачем нам сюда? Тут еще какой-то один резервуар, еще что-то где-то. А, тут все-таки можно как-то пройти. Вон он, этот проход, который мне...
Игра, я тебя не очень-то люблю. Я думаю, ты это знаешь. Я думаю, именно поэтому ты меня тоже не очень-то любишь. Блин, мне придется потратить копье. Хорошо, я понял вас. А, там можно еще и по низу проплыть. Офигенно. Подлазь. А, подожди, а там как? Там, кстати, вообще какая-то нуарная черно-белая локация. А копья вытаскивать нельзя, да? Да, я понял. Красавчик. Взял, застрял. Не тони, пожалуйста, если ты тут чью тонешь. Взял второе копье, хорошо. Поехали. Где второе копье? Извини меня, пожалуйста. Дыши. Отлично. На всякий случай, если вы слишком давно не слышали на то, как я жалуюсь, что меня достало, что здесь ничего нельзя прокачать. Так вот, я опять жалуюсь на то, что здесь ничего нельзя прокачать. Потому что, ну вот это трэш какой-то, то, что я сейчас делаю. О. Так а я не сожрал ничего, как я спать буду, блин. Алло, игра, вы чё, я не сожрал ничего. Мне нечего было жрать по пути, вы чё? Красавчик вообще. Да чтоб тебя! Давай опять. Но мне хоть что-то одно надо схавать, иначе это же вообще будет трындец. По пути не было ни ягодок, ничего вообще, что можно было бы схавать. Ты можешь зацепиться-то, блин, за эту фигню. Там же она есть. Ты можешь подняться здесь. Хорошо, давай Вот этот переход экранов, он просто божественный. Скоро дождь пойдет. У меня даже есть чертово убежище, но я не могу с ним ничего сделать. Потому что я не пожрал. Так, пусть тут будет еда, пожалуйста, залезь. Хранилище памяти. Это, конечно, офигенно. Светлячков я жрать не могу, кстати. Это печально. До конца цикла осталось вообще ничего. Вот вообще ничего. Я даже не знаю, что можно пожрать по пути.
О, вот это можно? А, нет, 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 это... Ты офигел! А это что такое? А это как? А просто... Где мне пожрать по пути можно? Мне как-то вернуться назад пожрать? Я не знаю, как. Где? Там нету ничего по пути, что можно было бы сожрать. Там просто ничего не было по пути. Тут пауки, пауков не похаваешь особо. И опять же сейчас трачу время цикла для того, чтобы вернуться. Не, ребят, тут ничего нету. Это какой-то трэш. Ищи и забраться туда, сейчас будет весело. Я вспомнил это место. Не, ребят, так нельзя. Ну, так в прямом смысле нельзя. Ладно, вы даете сохранение через задницу, но вот так? Где же ничего? Самое офигенное, я ничего с этим сделать не могу. Сколько я же потратил? Я уже четверть цикла потратил на это, я офигенный. Все, плывем. Я из него вытыкнул копье и в него же втыкнул, но ему почему-то не понравилось. Где там еще одно было? На. Я в него в три раза уже втыкнул копье, не знаю, сколько у него... Он попал. Быстро, быстро, быстро плывем. То есть, слушайте, здесь даже не то, что ни фруктов, ни хренища нету по пути, чтобы можно было хоть как-то, хоть что-то, ну, хоть одну штучку какую-то съесть. Вы чё? Вот нормально. А в кого я сейчас метнул? Подожди, в кого я сейчас метнул? Он же со дна растет, он же не над водой растет. Да, да, давайте еще раз. По крайней мере, хоть назад уже не буду идти. Короче, вот она фишка, что да, я нашел новое убежище, новое укрытие. Но я не могу в нем сохраниться. И что делать... В новой зоне я тоже без понятия, потому что... что с вот этими руки-ножницы делать? Это вообще какой-то трындец, я не знаю. Чем сейчас в эту фигню кидаться? Вот, нашел. Не попал, что ли? Наверное, не попал.
Типа, если их по дну проплываешь, им пофиг? Вот этого я сейчас на минутку не понял. О, копье. Все, он дышит, дышит, дышит. Отдышался, все, поехали дальше. А оно с моим копьем полетело? Да, прикиньте, мое копье зацепило мои души, оказывается, так можно было. Да не... Кому я говорю, не сюда. Кому я это, блин, рассказываю? Теперь нам нужно строить из... Нет, стой, здесь можно заползти. А, верни! Дурак. Чуть не потратил. Это здесь надо было копье! Черт, ладно. Прикиньте, сейчас вот это все обратно проходить с вот этим вот максимально кривым паркуром. Кто бы мог подумать. И сожрать все равно нечего. Вот эти синие штучки, это же не жрачка, да? Или это все-таки жрачка? Вер... Если я тут сейчас задохнусь при всем этом. При том, что я не нажимаю выкидывать, он выкидывает фонарик. Это офигенно. Может, он в какой-то стрессовой ситуации начинает бросаться вещами? Я не знаю. Там, если что, еще одна вроде внизу есть. Да. Спасибо. На это тратится просто чудовищное количество времени. От цикла, который мог бы потратить, например, на поиск еды. А, прикиньте. Почему ты при этом, когда ты метаешь копье, почему ты не можешь его просто воткнуть? Видите, оно его не ест. Я не знаю, что оно ест. Стойте, давайте я попробую просто поспать на пустой желудок. Чтобы не прокачаться, а просто сохраниться. Потому что, ну как бы, блин. Ну... Что ты там флексишь? Ляг спать, пожалуйста. Кто мне писал, что можно поспать на пустой желудок? Слаг, это ты был? Как это сделать? Как уложить этого упыря спать? Блин, у меня половина цикла осталась. А, это все крайне печально. Гребаная темнота. Ни хренище не видно. Ну, вот раз оно как-то все более ловко, что ли, получается. Фух. А что мне делать с этими утырками, которые тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык? Их много, я их не перебью. Туда наверх, кстати, можно. А зачем? Может, там... А, они идут?
Они сюда не помещаются. А, они за светлячками бегают. Все, пойдет. Вот зачем нам вот эти штуки. Все, от них надо просто прятаться. Проползаешь, и все хорошо в твоей жизни. Но там я не знаю, где спрятаться. Вот тут, кстати, можно спрятаться внизу, видите? Вот тут можно пробежать. А можно мне к еде, пожалуйста? То есть, ну, этот ран опять ничем закончится. Да, в этот раз я быстрее. Но мне это как-то не особо помогает, если что. А как? Ладно, вниз, что ли? Угу. Прошли, ребятки. Отлично. Оно мне показывает, что меня вообще в другую сторону. Тут нафиг цикл уже зак... Вытащи задницу свою, пожалуйста. Уже молния начинает греметь. Ты можешь прыгнуть, ёппарасете? Ну, в общем, я куда-то в какую-то жопу залез. Я не знаю, что я здесь делаю. Я не знаю, зачем я здесь. Цикл говорит, что уже прямо-прямо, у меня уже весь контроллер трясется. Жрачки я так найти не могу. Как уснуть без жрачки? Оп, я тоже не знаю, меня сейчас едят нафиг. Я по этой штуке еле двигаюсь, я не знаю, кстати, в чем прикол. Блин. Все, дождь начинается. А я не могу выползти из этого говна. Мне нужно какое-то копье или что-то в этом роде. Но у меня этого нету. О, я прошел еще дальше. Я буду сейчас идти до упора. Чудо вряд ли случится. Вот, ну, по крайней мере, немножечко посмотрим того, что здесь есть. Здесь какие-то коробки, какая-то фигня. Эта территория вообще бесконечная нафиг. Вот, дождь уже пошел. Опять же, я не успею уже никуда. Ничего, не то, что не съесть, никуда не добраться, уже ничего сделать не успею. Это меня просто нафиг смоет. Кстати, это очень интересно, что дождь пошел и закончился. А сейчас опять начал вот, начался вот... О! Еще раз пошел ливень. А куда здесь? А, тут наверх. Теоретически на одном цикле это пройти можно, если идти прям с самого начала. Все, скорее всего, да? Я еще типа немножечко двигаюсь, но смысла в этом никакого нет. Да. В общем, это какой-то абсолютнейший полнейший трэш. Надо найти что-то одно, чтобы перекусить, чтобы можно было сохраниться вот в этом вот убежище. Перед прогулкой по улице. Прогулка по улице какая-то абсолютнейшая, бесконечная и беспощадная. Там вроде как есть проход наверх.
Я туда не смог то ли проползти, то ли что со мной. То есть явно, скорее всего, я не буду загадывать, но скорее всего это конец этой локации. В принципе, когда становится понятно, как прятаться от этих тыпстиков, оно в принципе нормально. Где взять, вот в моем положении сейчас, одну еду, если ни вперед, ни назад еды никакой нету? Где у нас назад вообще еда есть, ближайшая? Мне даже страшно что-то... Вот тут вот везде по темноте, где я лазил, вот если я возвращаюсь сюда, иду вот здесь, вот наверх, может быть, вот сюда вот, кстати. О, можно будет в следующий раз попробовать. Это просто даст мне промежуточную локацию. А я не знаю, насколько она мне будет полезна. Напишите мне, что тут за промежуточная локация, стоит ли мне туда идти, может быть. Проблема в том, что я сейчас вернусь. Чтобы вернуться, поесть и дойти до вот этого убежища, вот это вот убежище, которое вот здесь, оно относительно недалеко. Нужно пройти через раз водоросли, два водоросли, три водоросли, и ты, в принципе, в этом убежище. На это тратится меньше, чем полцикла. Если хорошенько поиграть, то там, наверное, даже за четверть цикла можно добраться до того убежища. То есть, получается, моя сейчас задача вернуться куда-то сюда, здесь что-то сожрать, и вернуться обратно сюда, и все это меньше, чем за полцикла, чтобы потом сходить вот сюда вот, и через водоросли к вот этому убежищу. Тогда вот здесь сохранится, и уже от этого убежища вот так вот поверху... Блин, какое же оно здоровое и длинное. Поверху лезть сюда. Мне сейчас не хватило времени. Если я буду идти от того, то у меня будет бонус примерно в четверть плюс цикла. Вот этого четверть цикла мне вполне должно бы, наверное, хватить, чтобы вот туда вот вверх как-то забраться. Вопрос в другом. Я туда пойду, у меня опять не будет жрачки никакой. И следующее убежище, которое я там найду, я не смогу в нем сохраниться. Что хавать по пути? По пути светлячков я не ем, к сожалению. Я бы хотел, но я попытался на них тыкать, ловить, сбивать, но нет, не получается. В общем, пока что все. Пишите, что вы думаете насчет всего этого. Я не понимаю, зачем. То есть это даже не челлендж. Это просто уже какая-то тупость от разработчиков, с которой я встречался в этой игре, к сожалению, уже очень много раз. Но мне хочется продолжать в это играть, поэтому я пытаюсь искать выходы, как бы из этого всего выкрутиться. Пишите в комментах, было бы интересно узнать. Всем спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.